Всем привет и добро пожаловать в игру Dead by Daylight, свинка на охоте. Сейчас посмотрим, какие подношения вообще выжившие. Ага, конвертик, храбрость и мешочек — это, по-моему, удачу приносят либо одному выжившему, либо сразу всем, небольшую удачу. Это хорошо. Ладно. Ну и, собственно, у нас карта Красный лес, обитель матери. Не самая приятная карта, но есть один небольшой нюанс. Нюанс, как вы поняли, уже следующий. Он раскрывает ауры. Это инструкция. Раскрывает ауры выживших. Плюс есть таймер, который... По-моему, он уменьшает время таймера обратного отсчета. То есть выжившие с капканом, у них, по-моему, быстрее будет таймер идти. Я могу ошибаться, конечно. Окей. О, Дэвид раненый. Окей, хорошо. Я думаю, что за ним пойдем. Сдаешься? Или там читер? А чё они показывают, что он читерюга? У нас прям сразу читер, что ли? Я его не вижу. Я его не вижу. Не, если у нас там читер какой-то, давайте сюда его. В чем проблема? В чем проблема? В чем проблема-то? А в чем проблема?
Да не, я не знаю, что-то игра на самом деле дурацкая. Я просто даже замолчал, потому что я вообще не понимаю, что можно сказать. Я не думаю, что он читер. По какой-то причине команда против него. Ой, молодец, она запуталась, но я все равно не попал. У нее и быстрый тикий, и спринт. А они чего, вместе работают? Или что у нее за навыки такие, потому что она перепрыгнула вообще без звука, абсолютно. Странные они какие-то, ладно. Вообще, вся игра странная, весь матч странный. Хорошо. Опять-таки, не понимаю, в чем вообще прикол, но вот такая вот замечательная игра получается. Хорошо, ничего страшного. Вот, кстати, что касается... Что касается выбора за тобой навыка весы. Вот, честно сказать, мне никогда не удается его реализовать, потому что выжившие, которые снимают... Они куда-то постоянно убегают. Я не понимаю, что они сюда прибегают. А что у них за фишка такая? У него капкана еще нет. Че он прибегает сюда сдаваться? Я не понимаю. Дэвид у них, я так полагаю, никакими читами вообще не пользуется. Не знаю, но не пользуется он никакими читами. Чего они против тебя ополчились вообще, Дэвид? Я понятия не имею, что вообще происходит. Ну окей, хорошо, что я Дэвида не повесил. А будем искать. Чё, нет-то? Да. Дэвид там тоже встал. Сейчас будем Дэвида еще искать. Еще разок. Ну, уже нашли. Все, больше ты подниматься не будешь. Проблема Дэвида только в одном, то, что он может бесконечно подниматься с таким навыком, если его оставлять на земле.
Но вот если его не оставлять на земле, то все будет неплохо. Единственное, что только сейчас, скорее всего, Джейк убежит, потому что я понятия не имею, где он. Я забыл, где я его оставил. А, вот, ну, все, я его вижу. А прикольно, я вижу даже, как бы эти, если выживший лежит. Я, честно сказать, думал, что когда выживший лежит, с этим навыком его не видно, но оказывается видно. Прикольно. Не, я против того, чтобы игроки сдавали друг друга, они все дружно сдали Дэвида. И я, честно сказать, вот кроме того, что у него этот навык, я вообще не понимаю, почему его сдали. Да, он бесшумный. А у кого-то там вообще гибкости. Не успел, не успел, не успел, не успел. Пришел к люку, но не успел его закрыть, жалко. Вот, а что за навыки были, мне просто интересно, я вообще не понимаю. Окей. Окей, хорошо. То есть Джейк Визадепт был, да? Или это Двайтс Лефт Нат? Леонс. I just wanted help Визадепт. I regret asking now. Drop the pallet. Ну ладно, хорошо. Он, короче, что-то там палетку скинул как-то в наглую. Перед мег, я так полагаю. Ну, в общем, короче, я не понял. То ли они вместе играли. А, окей. Они перед игрой там в чате поругались каким-то образом. Потому что у него Be Quiet. Ну, типа, француз, видимо, я не знаю, француз, не француз, Be Quiet, я не знаю, это аналогично английскому Be Quiet, типа, будь тихим. А у него что получается? Устойчивость, его мотивирован в сложных ситуациях, дает 3% к скорости починки, что-то мало. Крепкий орех. Мы будем жить вечно и без сожаления. Так, ну ладно, крепкий орех, хорошо, без сожаления. Ладно, выбор, понятно, точнее, мы будем жить вечно. Без сожаления вообще не понимаю. Здесь все ясно, спринтер и быстрый и тихий. Так, этот эффект может сработать только один раз в 20 секунд, то есть на него усталость не действует. Ага, окей, то есть комбинация возможна. Спринтер, по-моему, раньше это тоже накладывало усталость. Я могу ошибаться, можете меня поправить, по-моему... этот навык давал усталость. И когда у вас была усталость, он не действовал. Сейчас я так полагаю, что вообще ну никак не влияет ничто на него. То есть его можно комбинировать. Тоже устойчивость. Смотрите, у всех устойчивость, 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 устойчивость. То есть они что, команда что ли была? Ну или по крайней мере Дэвид был не в их команде, как я понимаю. А Джейк хотел сделать... адепта Джейка и получить ачивочку, но тоже не получилось. Ладно, я просто решил уже, как бы, ну, не знаю, доиграть эту игру, раз читеров никаких нету. А просто доиграть, если они сдаются, ну, сдаются и хорошо. У меня вот замечательный модифицированный таймер. Модифицированный таймер, пружинный механизм заставляет шестеренки вращаться быстрее. И, собственно... уменьшает время таймера обратного отчета у обратных камканов на 20 секунд. Но это, я так полагаю, когда он уже включен. Когда он выключен, ну, ни на что это не влияет. Письмо Аманды. Мы видим ауры. Правда, капканов у меня меньше становится. Надо брать какой-нибудь, ну, если не модифицированный таймер, то что-то, наверное, на увеличение количества капканов. Потому что тут получается всего 2 капкана. Это, конечно, не очень много. Что еще?
Да, в принципе, все. Спринтер, мы будем жить вечно. Ладно, с этим разобрали, без сожаления. Тут адепт, навыки Джейка, гибкость, решающий удар, устойчивость и форсаж. Поэтому он рядом суетил вообще. То есть я понимаю теперь, почему он рядом суетил, но в принципе он просто лез, он фонариком не пользовался, никаким образом не мешался. Ну, вот такая вот замечательная игра. Короче, ДБД, раз на раз не приходится. Иногда супер токсик СВФ, иногда абсолютно вообще какие-то рандомные, рандомы непонятные, с абсолютно вообще непонятными запросами. Хочешь выиграть и адепта Джейка, получить ачивку адепта Джейка, ну, играй просто в игру и все, и получишь эту ачивку. Если ты не умеешь играть, и тебе кто-то помогает, чтобы ты ачивку получил, что за ерунда? То есть, типа, договариваешься с маном, типа, а давай ты меня там никуда это не повесишь, хейтить не будешь, а я, типа, ачивку получу. Вот у меня так не работает. Я на сурвах получаю все ачивки честно. Даже, грубо говоря, вот эти вот ачивки Дэвида. Но там, видимо, ман тоже смотрит. Ну, возможно, типа у чувака ачивка. Дай ему там, дам убежать, например. Но это уже как бы решение того игрока, а не мое. Я играю абсолютно нормально и стараюсь как бы без каких-либо вообще претензий играть. Что ж, ладно. В любом случае, на этом данное видео завершилось. Такая вот замечательная игра. Честно сказать, думал, что будет что-то поинтереснее. Вот. И всем до следующих видосиков. Спасибо за просмотр. Всем пока.